Привет, друзья! Поступил у меня вопрос от подписчика о размерах цилиндров. Сейчас я постараюсь снять все, объяснить, где какой цилиндр, какого размера стоит. Вот, значит, у нас сейчас зима. Экскаватор тут стоит мой в сугробе. Давно я уже им не пользовался. Значит, по порядку. Начинаем. На поворот стрелы стоит цилиндр диаметром 50, значит 250 ход штока, 25 это диаметр штока и 25 диаметр проушин. Далее на стрелу тоже диаметр 50, также аналогично размеры 425-25. На рукояти такой же точно, как и на стреле, 425-25. Так, и на самом ковше идет 250-25-25. Все диаметры 50 мм поршня. Ну, я думаю, понятно все.